В библиотеке «Нарубежной 18» открылась выставка фоторабот Николая Капранова. Экспозиция под названием «Наваждение» посвящена Ладоге. Вниманию зрителей представлены не просто пейзажные фото. Используя различные приемы компьютерной обработки, автор создает образы дикой природы, пробуждая определенные ассоциации и наводя на размышления. Здесь мы видим такие большие глыбы льда, и кажется, что это огромный айсберг. Но на самом деле снималась эта фотография таким образом, что вот фотограф, он лежал на животе и снимал вверх, да? И на самом деле вот эти глыбы льда, они не более 2,5 метров. А как можно угадать, что на самом деле это невысокие глыбы льда? Как вы думаете? А потому что они просвечиваются, Если бы это был монолит, большая какая-то гора, то тогда они бы не просвечивались на солнце. Николай Капранов по профессии конструктор-судостроитель неоднократно занимал первые места на фестивале «100 дорог» как фотограф-пейзажист. Увидеть его работы можно в библиотеке «Нарубежной 18» до 29 марта.